Украина занимает одно из ведущих мест среди стран Европы по распространению алкоголизма среди населения, который, как известно, нарушает практически все жизненные функции человеческого организма. В последние годы, по данным мониторинга Министерства охраны здоровья, наблюдается стойкая тенденция роста заболеваний почек, связанных с чрезмерным употреблением алкогольных напитков. В нашем регионе стало больше отделений гемодиализа. Все из-за того, что растет количество больных, нуждающихся в этой заместительной терапии и трансплантации почек. Согласно Национальному реестру больных хроническими заболеваниями почек, в прошлом году в нашем регионе зарегистрировано около 9,5 тысяч человек, подверженных этой патологии. Почки в организме выполняют роль фильтра, выводящего из крови все токсины. По словам нефрологов, прямое отношение к развитию почечно-каменной болезни имеет злоупотребление алкогольными напитками. Алкоголь может принести почкам серьезный вред. Значит, алкогольные напитки, особенно виноградные изделия, они приводят к образованию камней, потому что происходит нарушение обмена мочевой кислоты. Также алкогольные напитки, особенно пиво, содержат много калорий, отчего все чаще у молодых людей возникает так называемый пивной живот. От чрезмерного употребления алкоголя и его влияния на работу почек появляется почечная недостаточность, которая может привести к отказу почек и смерти. Заболевание почек протекает бессимптомно, и человек не обращается за медицинской помощью, он чувствует себя прекрасно. А уже когда 50% нефронов погибли, то есть только тогда начинают проявляться какие-то клинические уже симптомы. И человек тогда начинает обращаться к доктору, и часто это уже, как говорится, на поздних стадиях, когда уже нуждается даже в заместительной почечной терапии. Больные с острой почечной недостаточностью получают помощь в отделениях хронического гемодиализа, которые работают в Запорожье, Мелитополе, Бердянске. По убеждению нефрологов, проще сохранить здоровые почки, чем потом заниматься их длительным и дорогостоящим лечением. Чтобы сохранить свои почки здоровыми, хотелось бы пожелать не злоупотреблять алкоголем, отказаться от курения, заниматься физическими нагрузками, то есть вести здоровый образ жизни. Особенно актуально соблюдать эти правила во время грядущей отпускной кампании, уверены медики, чтобы летний отдых не стал причиной проблем со здоровьем.